Ребята, всем привет! Я Марианна, мне 39 лет. Хочу вам сказать, что я уже несколько месяцев, даже больше, как познакомилась с величайшим человеком по имени Нелли. Этот человек кардинально изменил мою жизнь. И благодаря ей я, честно, начинаю уже жить совершенно по-другому. Чудеса происходят со мной чуть ли не каждый день. Нахожусь я в закрытой группе. С огромным удовольствием я заплатила за то, чтобы быть в этой группе. И скажу вам одно. Могу вам очень многое сказать, но самое главное, этот человек в закрытой группе нам дает задания. Плюс проводит сеансы движения сердца. В течение месяца это целых 8 сеансов. Кстати, каждый ее сеанс стоит 100 евро. А так ты платишь, мы заплатили 49 евро, но он стоит 99 евро. В месяц. За эти 49 евро мы получили уже 4 сеанса. А что такое сеанс движения сердца? Это вам просто надо побыть, почувствовать, прочувствовать. И тогда вот вы поймете, что с вами будет происходить в дальнейшем. Самое главное, она дает нам задание. Задание вы начинаете выполнять. Если вы не выполняете, лучше вам не быть в этой группе, потому что винить-то некого, ты только, если ты хочешь жить по-новому, если ты осознаешь, что ты сам творец своей судьбы, значит, нужно идти вперед и делать все эти задания. Задания один круче другого. Там это быть, насколько нужно быть гениальным человеком, чтобы написать такие задания, которые хакнут ваш мозг. Вот ты сидишь, читаешь, и ты не веришь, что вот это происходит с тобой. Когда ты начинаешь выполнять задания, осознавать, принимать причину в себе, делать так, как говорит этот человек, пипец, такой салют в жизни начинается. Вот буквально вчера со мной такое произошло. Прям, ну чудеса, ну как по-другому сказать, Нелли. Вы гениальный человек. Я больше вот по-другому просто, ну не смогу я просто жить. Пока что я не могу вам сказать, что у меня всегда было так. Но то, что я уже иду к этому, это уже очевидно. Ребят, попробуйте, посмотрите, проживите. Это вам не какие-то там марафоны Ольги Бузовой и так далее. Это что-то гениальное. Попробуйте.